Азербайджан стал чрезвычайно важной страной для Североатлантического альянса с точки зрения энергетической безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью «Азертач». Для союзников альянса в Европе было чрезвычайно важно отказаться от российского газа. В этом смысле увеличение поставок из Азербайджана позволило союзникам НАТО в Европе ликвидировать зависимость от России как поставщика газа. По словам генсека, все необходимые работы прошли в ускоренном темпе. Все это было сделано очень быстро, оперативно и довольно успешно, учитывая очень сложные обстоятельства. Сейчас есть необходимость в дальнейшем увеличении экспорта азербайджанского газа с примерно 12 миллиардов до 20 миллиардов кубометров, что составляет значительную часть потребления газа в Европе. И для некоторых союзников газ из Азербайджана очень важен. Помимо поставок природного газа, я также приветствую начало работ по экспорту электроэнергии посредством линий электропередач. Прямой экспорт электроэнергии из Азербайджана еще больше увеличит значение страны как поставщика энергии в Европу, а также для союзников НАТО в Европе, указал Столтенберг. Он отметил, что это также является частью усилий Азербайджана по развитию возобновляемых энергоресурсов, включая энергию ветра и солнца. Благодаря этому Азербайджан стал частью большого энергетического перехода, который необходимо осуществить, если мы хотим бороться с климатическими изменениями. В этом контексте очень важно провести КОП-29 в Азербайджане. Данная конференция для международного сообщества послужит платформой для принятия решений по ряду важных вопросов, таких как глобальное потепление, изменение климата и финансирование. Для обеспечения масштабного энергетического перехода необходимы крупные инвестиции.